Всем привет, ZBrush 2019, и давно была у меня такая идейка, ретопологию сделать с помощью маскирования. Давайте поэкспериментируем, посмотрим, что получится. Итак, есть у нас опять же вот этот вольт. Вот так он выглядит. N-панель, находим нижнюю челюсть, поднимаем ее кверху, и давайте объединим эти два сабтула. Нажмем Merge Down. Все объединено. Так, смотрим. У нас теперь две полигруппы. 194 тысячи полигонов. И нужно все это дело уменьшить. Нажимаем Ctrl. Маскируем всего персонажа. Получается вот такая штукенция. И заходим в Extract. Отключаем дублирование и уменьшаем вот эту толщину стенок. Ну, где-то вот так. Проверяем, смотрим. Ну, все вроде нормально. Делаем Accept. И теперь у нас этот сабтул снизу. Мы его поднимаем кверху, снимаем с него маску, Ctrl, левая кнопка мыши. Смотрим его сетку. 387 тысяч полигонов. И давайте сделаем геометрию. И значит ZRMesh Adaptive отключим и уменьшим количество полигонов. Делаем ZRMesh, ждем. Получается вот такая сетка. 2000 полигонов. Сделаем Ctrl-Z. Выровняем модель Shift, левая кнопка мыши. Включим X, симметрию, чтобы симметрично делать теперь ретопологию, эту ZRMesh сетку менять. И повторим. Жмем ZRMesh. Ну вот, чем не ретопология? Вот такая сетка. 3000 полигонов. Если сейчас мы нажмем Ctrl-D, то у нас получается 15 тысяч полигонов. Сетка тоже прикольная. Все нормально, да? Можно теперь детали сюда спроецировать с помощью нижнего сабтула высокополигонального. Жмем Project, Project All. Цвет тоже переносим. Отключаем. Poly-F отключаем. Смотрим. Вот такая получилась ретопология. Так, на нижнюю челюсть немножко цвет не нанесся, но это не проблема, можно докрасить. Ну, в принципе, чем не ретопология, да? Все нормально, низкополигональная модель, 15 тысяч полигонов. Давайте попробуем сделать еще ее меньше. Так, значит, эту модель пока удалим. Delete, окей. Опять с высокополигональной делаем экстракт. Ждем. Делаем Accept. Переносим ее вверх, над, чтобы стояла она выше высокополигонального сабтула. Снимаем Ctrl, левая кнопка мыши, маску. И попробуем сделать еще модель поменьше полигонаж. Адаптив отключаем. Жмем ZRMesh. Хотя бы до 1000 полигонов ее догнать. Вот получилось 998 тысяч полигонов. Вот такая штукенция. Делаем Ctrl-D. У нас уже 3000 полигонов. Del Lower отключаем и попробуем теперь спроецировать с высокополигонального вот на нее детали. Так, значит, Projectile. Цвет тоже переносим. Смотрим, что получится. Ну да, немножко, конечно, все это дело хреновастенько. Почему? Потому что сетку я не поставил именно на, как сказать, на симметрию. Давайте попробуем симметрично сделать X. Включим симметрию. И повторим ZRMesh на тех же настройках.
Ну вот уже рисунок такой сетки симметричный. 2000 полигонов и Ctrl-D, прибавим полигонаж. Смотрим, что получилось. И нанесем детали. Делаем projectile. Отключаем нижнюю модель. И вот у нас получилась модель 8000 полигонов. Вот такая штука. Давайте еще поэкспериментируем. Так, снимаем маску. Так, симметрия включена. ZRMesh еще уменьшаем. Давайте вот прям по самое не могу. Можно, конечно, с адаптивом попробовать еще. Или SAM включить. Вот эти настройки. HALF, SAM. Вот. Ну, пока без них. Попробуем справиться. Так, это все пониже. И делаем ZRMesh. Во, 916 тысяч полигонов. Делаем, опять же, Ctrl-D. Вот у нас теперь 3000 с лишним полигонов. Пробуем спроецировать теперь детали. Projectile, D. Смотрим, что получилось. Ну, конечно, результат этка не очень хороший. Но если мы еще добавим полигонаж, то получается уже 14 тысяч полигонов. Ну, в принципе, модель можно нормальную сделать. Теперь делаем геометрии. Значит, ZRMesh сделаем с адаптивом. И поставим чуть-чуть побольше полигонов. Делаем ZRMesh. Ну вот, 4000 полигонов уже прям нормально. Пробуем сделать projectile. Да. Отключаем видимость нижнего сабтула. Жмем C. Можно подкрасить какие-то детали. Ну и смотрим сетку. Ну а что, прикольная сетка. Чем вам не ретопология? Точно так же можно делать и вручную. Получится, я думаю, не намного лучше. Может быть, и где-то какие-то детали лучше будут. Но здесь можно уже использовать полигрупп в Z-плагинах. Я уже показывал этот ролик, как делать. Ссылку в описании оставлю на полигруппы вот эти. Итак, вот такой вариант по ретопологии. Тут можно еще экспериментировать. Можно многое что делать. Допустим, если сейчас замаскировать, нажать Ctrl-W, назначить полигруппу, ее скрыть. Вы увидите, что здесь можно стенки тонкие, одинарные, без дублирования. Можно здесь даже делать потом моделирование, что-то вытягивать, что-то корректировать. Вот такая штука. Вот вам как вариант для ручной ретопологии. Меньше гемора, а результат неплохой. Что-то, конечно, можно еще переделать. Где-то уже в Blender. Здесь вот можно чуть-чуть дорисовать полигоны, подкорректировать. И будет все классно. Все, всем пока, до свидания.